Добро пожаловать в Табулистан. Итак, я Фирус, а это моя двоюродный брат Музафар. У нас страна один проблема. Никто про нас ничего не знает. Но один наш большой человек передумал отличную мысль, как это исправить. Презирать? Эй, пошли! Нас назначили добровольцы, мы начали изучать Францию. Франция – это страна, где мужчина лишен своего основного права – бить женщину. Слушай, что делать, если она говорит? Надо ее слушать. Ой, да! Так начались наши переключения во Франции. Наша цель – Париж. Задача – направить самолет на Вайфалуевая башня. В Париже забастовка. Мы совершим посадку в аэропорту Фигари на Корсике. Да вы что, совсем озверели? Может, сразу в Триполи уже? Только домой летим, сразу фигня какая-то. Молчать! Как всегда, за сколько можно. Какие-то злые эти французы. С приездом на Корсику. И тоже террористы, тоже ненавидим французов! Да они беженцы явно. Хрен их знает, из Косово или из Монако. Надо помочь. У нас Адане. И куда идешь, сам не знаешь? Знаю. Солнце там, идем там. Тут вам не Франция, а Марсель. У нас есть все, чего у них нет. Солнце, море и друзья. Да, правильно. Давай за дружбу. Одна. Гадость. Эй! Ты что, жизнь не любишь? Валите отсюда, предатель! Ой! Удаление почки прошло замечательно. Я же сказал нос. Твою мать. Что вы сделали с пациентом? Это не моя смена. Ага, не твоя. Я вообще в отпуск. Все валить, да вы все чеканутые. Я Марианна Бувье. Снимаю репортаж о врачебных ошибках. Не думайте плохо про Францию. Здесь все ради людей. Вот увидите. Чтобы получить компенсацию, надо подать жалобу прокурору республики. Подождать, пока она пройдет через все инстанции. Процесс займет от 4 до 5 лет. Жозе Гарсия и Микаэль Юн. И без закидонов, а то чемодан, вокзал, Багдад. Тут вам не Франция, это Аквитания. Оле, оле, фи-фи! Фильм Микаэля Юна. Ты почему еще в Париже? Вы думаете, жизнь это песня? Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Я использую шахиды как раз на тебя, если что, подтянем. Я не хочу взрываться. Вай-вай-вай, ты в нем просто красавчик. Я хочу зажигать. Да здравствует Франция. Я вас научу еще одной французской традиции. Называется «Любовь втроем». О нет, что-то я не хочу проем. Потерпи, это же традиция.